У меня сегодня день рождения. Я встала в 12 часов дня, а они этого сделать не могут. Я мажу маску в прямом эфире и дурачусь, а они этого сделать не могут. Сегодня вечером я буду кушать бешбармак и пить коньяк, а они этого сделать не могут. Ночью я поеду в клуб отмечать свой день рождения, а они этого сделать не могут. Я говорю о политических заключенных Казахстана. Знаете ли вы о них? Слышали ли вы о них? Знаете, сколько их человек? Давайте я загружу вас цифрами. Их всего 15. 15 человек на 19-миллионное население Казахстана. Задумывались ли когда-нибудь вы, почему вы получили 42 500 в условиях ЧП при коронавирусе? Почему многодетные Казахстана получают АСП? Почему наши маленькие дети в начальных классах питаются бесплатно? Почему наши дети ездят в автобусах бесплатно? Почему наши власти всегда спешно отвечают, корректируются и выглядят как идиоты? Да, это все благодаря политическим заключенным Казахстана. Они, как вы говорите, лезли в политику. Они лезли в политику, а мы получили блага. И да, у меня сегодня день рождения, и мне стыдно, стыдно и совестно радоваться. Ведь я могу делать все, что я хочу. Я на свободе. А они заключены в тюрьмах. Я прошу вас хотя бы задаться терминологией. Кто такой политзаключенный? И за что он отбывает свой незаконный срок?